Челябинском зоопарке выхаживают маленького вампира. Летучую мышь подобрал у себя в подъезде челябинец. У нас здесь на территории тоже есть летучие мышки, но они какие-то черные совсем и поменьше. Не зная, что делать с животным, он обратился к специалистам. Оказалось, что молодой человек поступил правильно, ведь мышь могла погибнуть из-за выхода из спячки. Сейчас животное в полной безопасности, с аппетитом хрустит мучными червями, пьет с пипетки и набирает вес перед тем, как уйти в спячку. Несмотря на компактную наружность мыши, в рацион этой ненасытной крохи входит до 20 мучных червей в день. Весной животное отправится на волю.